Рады приветствовать вас на нашем канале, дорогие зрители. Сегодня мы сообщим вам отличную новость. С 13 февраля на канале ТНТ стартует премьера 3-го сезона сериала «Патриот». В продолжении комедии бравый патриот продолжит учить всех вокруг любить родину, параллельно разбираясь со своими личными проблемами. Главного героя ждет много откровений, в том числе ответ на главный вопрос. Является ли он на самом деле родственником бывшего президента США Дональда Трампа? До выяснения всех обстоятельств Кучина отстраняют от обучения в Академии ФСБ, выдают новую напарницу, стажерку Окси, и отправляют в отпуск. Но Сане некогда отдыхать, он твердо решил доказать всем вокруг, что он русский, а не американец. Для этого патриот готов в буквальном смысле есть землю. Саня отчаянно верит в то, что он Кучин, а не Трамп, и повсюду ищет железобетонные доказательства своего русского происхождения. У других героев комедии полно своих проблем. Ленка собирается во что бы то ни стало покорить социальные сети, даже если для этого придется переключиться на азиатский рынок. Ее отец вместо сгоревшего районного магазинчика «Мечта» обзаводится банным комплексом. Валера старается удержать жену и сына, а Журавля и Катю ждут новые любовные интриги. Премьера 3-го сезона сериала стартует с 13 февраля. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео. Приятного просмотра!